Так, вот хорошее место. Может, даже повезет. Нет, все-таки не повезет. Этим питаться нельзя. Ну, чем-то тут было можно питаться. Может, внизу найдем. Так, не внизу, а вот где-то как раз таки здесь. Где-то здесь должно быть что-то. Так, вот, отлично. Забираем. Хорошая еда и вода, и температура. Вообще отлично. Я даже знаю, что мы сюда закинем. Правда, нажал не то. Все раскидал. Внутрь ничего не попало. При этом куда-то исчезла. Так, в принципе, можно... Мы не сможем просто какой-нибудь поставить сюда. К стене. Вот так это не работает. Так, ну походу все равно здесь придется что-то строить. Такое. Где, в идеале, конечно, построить большую. Комнату. Вот эта вот большая комната. Но два пласталевых слитка. У нас вряд ли такое будет. Так, ну, получается, только так можно. Только такую. Другое место поставить. Мне очень нравится здесь подходить. А ладно, привыкнем. Стана нет. Так странно, но она здесь греется. Это интересно. Что-то она считается как пещера. Почему-то. Так, внутри нам по-любому понадобится изготовитель. Медная руда, кварц. Короче, здесь проблемы начинаются. Так, единственное, что мы можем... А. Нет смысла. Хотя, в принципе, можно горшочек, наверное. Здесь нельзя такой внутри поставить. Тогда мы ничего не сможем посадить. Нам нужна энергия. Здесь везде нужен кварц. Так, хорошо. Так.
испорченная, это долго лежала. Да, такое себе, все в минус. Так, нам понадобится тогда сделать изготовитель. Здесь, чтобы делать что-нибудь. Так, также, наверное, шкаф понадобится один хотя бы. Это не все, все не так важно. Кофе, возможно, да. В принципе, он титан всего лишь. Так, что там еще у нас? Солнечная панель. Это нужно будет. Прямо здесь, наверное, оставим. Заряжает, ремонтирует гравицикл, полярный лис. Комплект проводов, в принципе. Да, вообще серебряная руда. Не так все серьезно. У нас, правда, этого нет пока что. Но не так все серьезно. Так, отправимся в первую очередь туда. Протестировать нашего пингви. Так, где-то есть. Так, урон получили, что ли? Так, сохранить уровень общения, внедренность. А, это надо с пингвинами этими общаться. Так, смотрим, что... А, вот наш парт находится, можем забрать. Магнетит. Хорошо, это интересное правление. А, у нас 4 ячейки всего лишь. А, не нажимается. Ну да, не нажимается. Так, хорошо, как тебе? Так, открыть хранилище. А, ну и здесь можем забирать. Так, хорошо. Надо бы восстановить. А, можем, в принципе, и так управлять тобой. Там просто еще где-то был новый весь кварц. Желательно его забрать. Так, ну получается все, что ли, здесь больше ничего нет у нас. Смотрится не очень удобно. Главное не перевернуться. Так, кварц забираем, тебя надо забрать. Что, тебя надо как-то сломать, что мы здесь были. Не работает так. А, снег взять. Точно, снег. Таблетки, вода. Так, успеем мы куда-нибудь добежать? Можем успеть до нашего здания добежать. Но смысла этого будет немного, потому что у нас нету. Там энергия. А энергию, чтобы сделать, нам нужна солнечная панель. Так, ну сейчас мы ее сможем построить. Вопрос, успеем ли. Вроде успеем. Так, отлично, медной руды нет.
То есть шкаф большой. Так, ну сюда можно все скидывать. Что нам, в принципе, сейчас пока не нужно. А, и да-да-да, я здесь хотел сделать два титана, это мы сейчас сделаем. Титана нету. Потом сделаем. Там было бы хорошо как раз-таки посадить семена, они росли здесь. Именно вот этот лихорадочный перец. А их только два можно будет вырастить в маленьком горшочке. Хотя бы два. Так, лис, на лиса у нас ничего не хватит. У нас в первую очередь изготовитель. Титан, медная руда. Поищем. Здесь, по-моему, что-то было. Что-то было у нас вот здесь, вот вниз, если упасть. В принципе, мы здесь не разобьемся. А, магнетит у нас был. Так, ладно. Годится. Так, много всего. Годится. Ну, здесь уже ничего нету. Так, ладно, хоть что-то набрали. Сейчас пойдем дальше. Так, наверх, наверное, либо... Да, наверное, лучше наверх. Место есть. Так, сейчас места уже не будет. Так, ну и все. Чуть-чуть пробежали и все. И инвентарь полный. А кварца так и нет. Зато титана много. Так, а здесь у нас один кварц есть. В принципе, мы можем построить такой шкафчик. Сюда все перекинуть. У нас освободится один кварц. Конечно, погода, наверное, не сделает. Вообще никакой. Так, один кварц есть, второй есть, два титана. Нет, там надо медь, две меди. Так, ну хотя бы можем изготовитель сделать. Уже хорошо. С помощью него мы сможем сделать... Так, во-первых, кофейный, наверное, автомат надо сделать будет. Так,
где он с на этой стороне был. Это на всякий случай. Так, это можно убрать. Так, теперь нам нужно из этого сделать... В принципе, только из этого изготовить это я и делал, за смазки. Так, второй мы оставим пока, потому что что-то другое потребуется. Так, и титан. Так, а где это у нас изготавливается? Это, конечно, интересно. Как мотоцикл только парит. Я надеюсь, он делается не в этом. Хотя, может быть, в этом. Там, где весь транспорт делается. Переносной сборщик транспорта. Может быть, и там. Либо на станции, но, может быть, и не на станции. Так, ну здесь мы по-любому не можем его сделать. Да, что-то я об этом не подумал. Так, переносной, наверное, будет сложно сейчас создать здесь. Конечно, выбор у нас невелик. Просто там, по-моему, мы смотрели, мы не могли ничего сделать. Может быть, просто надо было его вытащить на сушу. Такое возможно. Так, где он вообще находится? Так, переносной сборщик транспорта. Микросхема. Смазка есть. Ну, в принципе, вторую можно будет сделать. Так, либо вот эту надо... техстанцию. Но здесь только заряжает, ремонтирует. То есть, по идее, там ничего не будет. Вряд ли там что-то создастся. Попробуем, в принципе, ингредиенты не слишком большие. Так, две серебряные руды. Титан. Тем более, можем прямо сейчас сделать... Было бы хорошо, если можно было бы на станции создать. Это было бы прям великолепно. Так, почему нет? Почему-то здесь не хочешь ставиться, а рядышком. Тебе мешается. Места вроде предостаточно. Интересно, что ты будешь питаться, если мы тебя сюда поставим? Это как бы можем. Ага, как мотоцикл только парить. Собрать. Ясно, он здесь собирается все-таки. Это хорошо. Значит, тот получается переносной транспорт, там только... водная часть. Все отлично. Но все равно не понимаю, откуда он будет питание брать. А, здесь у нас энергоячейки, походу. А нет, пусто. Так, отлично. Полярный лис. Прикольно, сюда наступаем на платформу. Начинается крутиться. Так, что мы можем
Имя гравицикла не меняем. Основа, интерьер, в принципе, пускай как есть. В принципе, все равно. Так, пробуем, как на тебя садится. Так, прикольно. Вперед, назад. Так, прыжок. А прыжок надо, что там ускорение левый shift. Так, тихо ты. Это очень неплохо, только я не понимаю, что я два раза shift нажал. И как бы. А, ну это, видимо, одноразовое такое ускорение. Так, чтобы работал прыжок, надо что-то там прокачать. Причем у нас это прокачка наискосок. У нас эта прокачка должна быть где-то. Что-то не видно. Что-то совсем не видно. Так, ну по идее здесь должно быть. Это... А, его. Серьезно, тебя можно просто забрать. Так, ну ты много занимаешь, конечно. Ну, если что, тебя можно в шкаф убрать. Заряд. Так, заряд. А вот у нас есть доступ к улучшениям. Одно улучшение, и там было на что-то типа прыжка. И мы такое изучали, такой чертеж. Так, возможно, он, наверное, был один из трех. Типа такого, поэтому мы не видим. Что улучшение транспорта у нас только одно есть. Так, это у нас устройство. Здесь тоже ничего такого нету. При этом где-то все-таки должно быть. Так, где у тебя заряд-то вообще? Это получается, заряд-то нельзя изменить. Если он сядет, его мы можем просто забрать в инвентарь и все. Потом дойти до станции. Здесь как-то его... А, вот так вот. Так, здесь зарядка сразу на 100% прошла. Так, хорошо, но все равно я не особо понял, где брать улучшение. Мы читали про него. Мы его сканировали. Точнее, мы его находили. Поэтому, по идее, он должен быть у нас в изготовлении где-то. Не то. Все не то. Ну, видимо, что-то не срослось. Так, ладно, сейчас пойдем за мехом снежного сталкера. Сетчатое волокно где-то найдем. Правда, я не знаю, где его найти здесь. У нас места. Места много. Так, туда пойдем сейчас. Так, а здесь у нас температура не страдает, кстати. Когда мы на нем, с от него, видимо, тепло какое-то исходит. И, в принципе, там ничего не страшно. Ни погода. Не страшно, туда только попасть не можем, да?
Или можешь? Можешь. Только нам сюда не надо, на этом. Так, ну ладно. Может, мы еще... Мы просто много раз загружались после того, как мы здесь бегали везде. Может, нам что-то не нашлось. Вторично не забрали. Так, нет, здесь ничего нет. Нет, где-то волокно должно быть. Мы по-любому куда-то скидывали. Но где-то лежит. Где-то, по-моему, на втором этаже. Так, вот у нас вот здесь две. В принципе, они это не исчезают. Это хорошо. Так, вот здесь третья. Окей, три взяли. Нам, в принципе, три понадобится, по-моему. Два, одно, одно. Так, еще одно. Еще одно где-то здесь тоже было. Вот, четвертая. Так, окей, все, 4 у нас есть. Здесь мы ничего, по-моему, нового не находили. А там непонятно, что у нас. Так, что-то еще просканировать можно было, по-моему, при входе. При входе, по-моему, где-то там. Хотя, возможно, то мы уже просканировали. А может быть и нет. Так, где вход у нас? О, не этот, другой. А, вот все, лазерный резак. Нет, все правильно, здесь. О, у нас еще, по-моему, нету. Один из трех. Так, фрагмент полярного лиса. Карта. Так, это хорошо на фрагменты. Закинуть. А, здесь у нас гелеобразный мешочек. Вряд ли он здесь его найдет. Вот на фрагмент самое лучшее. Ну, где-то наверху. Ладно, отправляемся туда, я надеюсь, мы сможем обратно аккуратненько как-нибудь. Вот, отлично. Собственно, вот здесь у нас первые будут эти снежные сталкеры. По-моему, даже вот там. Или здесь. Так, вон там уже одного видно. Сейчас будем пробовать. Надо его ущипнуть, подойти. Так, а мы всего лишь можем, по-моему, на 80 метров.
Режим разведка. Он к нам идет. Все плохо, все плохо. Ну ладно. Чем мы успеем? Успеем все. Мы еще успеем, кстати, тебя почикать. Ты что сделал? Dangerous weather approaching. Seek shelter. Взял-то подпрыгнул зачем-то. Так, тем не менее, мы забрали 4 меха, то, что нам нужно было. Я думал, кстати, 4 придется искать, все с одного можно забрать. Так, вот здесь у нас сразу температура растет обратно. Баги какие-то произошли. Не разогнался. Так, все прекрасно. Сейчас сделаем одежду, и все будет хорошо. Так, утепленный костюм делаем. Изготовленные из плотно сплетенной кевларовой микрофибры и утепленной альпийской кокеткой на шее и плечах утепленный костюм предназначен для отсрочки наступления переохлаждения. Утепленные перчатки. И утепленный шлем. Все отлично, там у нас этот шлем пока будет на нас, этот у нас пока здесь, можно его, в принципе, в шкаф тоже закинуть. В принципе, он нам нужен только под водой. Так, а здесь можно сейчас использовать... это можно убрать теперь, то есть в принципе полярный лис у нас всегда будет с нами. Единственное, что базу придется, конечно, ну, либо разбирать ее просто, когда мы перемещаемся. В принципе, комплект проводов нам отдают, а титан найти не так уж и сложно. Хотя и комплект проводов, в принципе, 2 серебра тоже не так сложно найти. Так, что я хотел построить? Только что думал о чем-то. А вот эти горшки. Так, а почему у нас квантовый был пустой? Как-то странно. Нам, может быть, в шкаф все переложили. Точно. Я уже вообще, я их даже не замечаю, что они здесь висят. Так, вот они здесь у нас. Так, посадить вот это. И вот это. А, вот так вот. Одно дерево на одну ячейку. Так, ну хорошо. В принципе, можно и так, можно еще третий. Думаю, это неплохо. Дерево хорошее, питательное. Как раз таки воду будем добывать. Так, брось семян. Так, нет, брось семян, пока не знаю, куда нам. Вот пока здесь будет. Так, ну ладно, растет и растет. Кофе у нас есть, если что. В принципе, все, можно выходить.
Теперь можно отправляться. Так. Там, где мы уже были, но ушли. Это где-то у нас наверху. Как раз где-то там наверху изучали прыжок. Сейчас не получится. Можно попробовать через ускорение, через shift. Вряд ли он перепрыгнет. Но мы попробуем. Не, нормально. Нормально. Так, туда уже, наверное, вряд ли. Опять же, попробовать-то можно. Так, нам это надо. Так, не особо понятно вообще, куда мы прыгнули и зачем. Так, здесь можно вниз куда-то спуститься. Так, не очень понятно, куда мы выбрались. Здесь мы были, да. Очень не хватает прыжка. Так, либо направо, там у нас вода. Так, интересно, что будет? Мы, конечно, сохранимся. Нам говорили, чтобы не пытайтесь над водой плавать. Допустим, я попытаюсь. Понятно. Эй. Ищет. Да хорош. Че, за мной бежит, что ли? Или что он? Реально бежит за мной. Бешеные. А нет, здесь их просто много, походу. Так, ну я в любом случае уже заблудился, уже не знаю, куда я. Так, вот здесь есть какой-то у нас проход. Так, не знаю, что ты там найдешь. Попробуй что-нибудь найти. Так, мы теперь по-другому могли. Потеплее. Намного потеплее. Так, опасная погода. Конечно, плохо. Так, ну походу мы здесь только кварц можем добывать. То есть все остальное, в принципе, можно добыть, а вот кварц самый такой сложный. Так, 50 метров. Дальше уже особо ничего-то и не видно. Скорее всего, здесь ничего другого-то и нет.
Хотя, может быть, что-то есть. Хорошо было бы как-нибудь сигнал этот усилить. То есть на пробел нажимать. Так, ну ладно, хотя бы кварц. Так, там какой-то у нас доверие есть. Собственно, нам надо как-то их внедрить. Так, мы можем под этим плавать, еще под гейзером. Невысоко, конечно. Но на прыжке можно. Так, вот это место хорошее. Точнее, не хорошее, а здесь мы как раз таки были. Сюда мы желали вернуться. Собственно, застрял. Да, конечно. Кусить еще. Кусай. Короче, нельзя к морде подходить вообще никак. Так, в принципе, 5 ударов. 5 ударов достаточно. Ну, первый удар за ним. В основном. Так, артефакт архитекторов X3J 1800. Это нам пока не надо. Это надо, наверное, на желтую. Так, полярный. Зеленый, сигнал желтый. Так, это, в принципе, наверное, можно убрать. Лихперец, мы уже посадили его. Вообще скрыть. Так, посадочная площадка оставляем. Так, вот здесь у нас какая-то была лаборатория где-то. Это здесь. Так, вот, по-моему, здесь. Брали, медную руду повыкидывали свою. Вода, по-моему, чего-то должна была остаться. Не здесь. Так, здесь у нас тоже фары есть. Это хорошо. Так, да, вот это место нам нужно. Ее надо починить. Ладно, пойдем постепенно. Парван Иванов. Так, Парван Иванов. Специалист по безопасности. Подчиняется Эммануэлю Дежардену. Текущий проект – охрана участка раскопок. Предыдущий проект – охрана шахты. Личность Е3А3-0Т2С3Н1. Так страшно открывается, как будто сейчас что-то в лицо выпрыгнет. Человек, который здесь работал, тоже жил в хранилище. Просто так меня спросил. Так, кровать порвана. Ну, в общем, у них у всех свой окрас, свой стиль. Есть типа как облака моря. Какая-то луна или что-то там. Здесь что-то морское, по-моему. Или дракон. Или не пойми что. Так, взять музыкальный диск. Try Hard Ninja Deep Dive.
Pete Zach Boucher. Так, плакат тоже заберем. Так, еще один КПК, два КПК. Взять мех снежного сталкера. Нам больше не надо. В принципе, можно его и выкинуть. Так, камеры. Какой-то тоннель большой. Это, по-моему, замороженный. Так, не знаю, они, по-моему, зависли. Не мухлевал. Если ты не мухлевал, тогда ты не будешь возражать, если я запишу нашу беседу, не так ли? И нечего скрывать. Тогда о чем ты шептался с Винным? Ни о чем. Он же законопослушный, добрый. До омерзения. Погоди, так ты все-таки пытался мухлевать? Но ведь не смухлевал. Так какая разница? Разница в моральном духе команды. Если ты мухлюешь в игре, то как они могут доверять тебе в жизни? Прости, ты что, чувствуешь себя обделенным вниманием? Может, еще ты хочешь договориться? Парван, нет, бесстыдник. Ты никогда не сдаешься, да? Никогда. Это верно. Пусть Эммануэль добавит это в мое досье. Очень упорный. Здравствуй, семья. Мои любезные Аделина и Розита. Какие любезные? Так уже никто не говорит. Аделина Розита. Дела на этой миссии идут очень хорошо. Теперь видите, ваши волнения были безосновательны. Меня здесь любят, и... нет. Розита скажет. Папа, ты вечно хвастаешься. Папа, это неприлично. Я хочу извиниться. Ладно, нет, это уже чересчур. Я знаю, что мы расстались не в лучшем настроении. Но я хочу, чтобы вы знали. Я вас люблю, и я по вам скучаю. Я не знаю, почему я иногда говорю то, что говорю. Слова сами вылетают. Я собирался отправить вам письмо о том, как тут все хорошо и как все меня любят. Меня назначили на очень важный охранный пост. Ко мне относятся как к герою. Но на деле это холодная, мокрая планета. Ученые самовлюбленные зазнайки. Рассказать совершенно не о чем. Единственное, чего я жду с радостью, это еженедельные игры во вторжение пришельцев. А еще более того, вернуться домой, к вам. Мне очень жаль, что я не ценю вас, свою семью, нашу хорошую жизнь. Я... Кого я разыгрываю? Я не отправлю это. Никакого толку. Видимо, не отправил. Я не отправлю это. Никакого толку. Так, я, кстати, не знал, что у нас этот текст переходит сюда. Так, ну ладно. Буду знать. Так, ну и, собственно, пока здесь все, да? Так, здесь мы можем выкинуть теперь, открыть. Да, блин. Мне всегда привычка, что надо правую кнопку мыши нажать. Это выбросить. Да, левая она вроде как использовать. Так, ну в общем, вот так очень удобно. То есть раз и забрали. Того у нас места еще много. Так, ладно, дальше можно тоже, наверное, проехать. Так, серебряная нужна. В принципе, вся нужна. А когда ты уже не допрыгнуть? Ну ладно. Что здесь стряслось? Я ощущаю здесь многое, среди прочего, смерть. Ну, короче, она теперь будет немножко подсказывать. До этого мы тоже сюда приходила, она тоже говорила, что здесь стряслось, но нам, естественно, никто не мог ответить. Так, ладно, это мы оставляем здесь. Так, нам бы перекусить, да. Как-то до этого добраться.
Так, там еще есть. А, ну, в принципе, мы все установили. Так, ну, мы просто так возьмем на будущее. Так, там даже проход есть. Так, ладно, начнем отсюда. Откуда пришли? Так, во-первых, здесь, наверное, можно поставить минералоискатель. Так, собственно, искать фрагмент. Так, взять ожерелье. Это ожерелье Сэм. Она никогда не снимала его. Ожерелье, которое принадлежит Сэм. Выбросить. Так, нет, я передумал. Было слишком жестоко. Я думал, оно будет... А вот, эти ожерелье. Так, я думал, оно уже пропало. Так, сканер. Зачем нам еще один сканер? Это очень странно. А, ну если только разобрать его. Пусть будет. КПК Альтера. Отчет о расследовании участка раскопок Фи. При исследовании участка раскопок Фи, включая вход в пещеру и прилегающую территорию, обнаружены косметические повреждения наблюдательного оборудования Альтера, значительные структурные повреждения, нанесенные естественному входу в пещеру и опорам. В результате обломки не позволяют проникнуть в пещеру без тяжелого землеройного оборудования. В данный момент доступ возможен только пешком. Пострадало двое сотрудников, Парван Иванов и Саманта Айю. Оба тела обнаружены под обломками у входа в пещеру. Иванов только что вошел в пещеру, следы ног все еще были видны. Порядка 15 метров глубже в пещере обнаружена Айю, предположительно разбившаяся. Бедняги. Что Айю натворила? В ее досье нет записи о вандализме или небрежности, или все же мое единственное заключение, причиной обрушения была небрежность служащего. Нам необходимо расследовать возможную связь со взрывом в лаборатории Омега. Если они связаны, то кто за это в ответе? Кажется, смерть твоей сестры сопровождалась значительными разрушениями. Это какая-то бессмыслица. Она никогда не уничтожила бы базу. Ну, безосновательно. Твои эмоции перепутаны. Я ощущаю более одной. Не знаю, я ошарашена, обеспокоена. Я далеко не так хорошо знала Сэм, как думала. Когда мы были детьми, я всегда ломала и перестраивала. Она даже в пекарню не ходила без плана, не меньше, чем за классическим овсяным печеньем. Такая серьезная. Она никогда не стала бы заниматься моими молекулярно трансформированными соляными грендельками. Твой разум легко переходит на еду. Так ты отвлекаешься от своих чувств. Пожалуй, хватит с меня пока чтений и мыслей. Это была не небрежность. Сэм не такая. Тут что-то другое. Так, кое-что пропустил. Так, она никогда не стала бы заниматься моими молекулярно трансформированными солеными крендельками в карамели. Ясно. Так, что у нас здесь? Что мы упустили? Алексис Риндл. Независимый исследователь деятелей трансгосударства. Подчиняется штабу Альтера. Так, это все пускай исчезает. Нам все это не нужно. Так, все. Так, ну нам надо идти внутрь туда. Еще здесь пройдемся. Отчет охраны. Существо по-прежнему мертво. Пещера по-прежнему скучна.
Журнал патрулирования места раскопок, день 33, утро. Думал, что видел движение, но, как оказалось, это я просто начхал на экран. Протер его. Фред до сих пор не убежден, что эта тварь полностью мертва, но я ни разу не видел, чтобы она моргнула. Сейчас приступаю к обязательному пешему патрулированию. Нахожусь внутри пещеры. Обнаружил огромную кучу ничего. Существо по-прежнему мертво. Пещера по-прежнему скучна. Скучаю по шахте. Там хоть было с кем поговорить. О, погодите-ка, что это? Камень. Я нашел интересный камень. На этой неделе уже третий. Остальные будут рады новому другу. Завершаю патрулирование. Периметр под охраной. Докладывать не о чем. Конец связи. Записи. Так, здесь у нас пещера. Так, он весь в этой, в Харе. Болен Харе. Так, ладно. Так, что здесь таскали? Камни. Так, собственно, что у нас здесь? Взять расширенный комплект проводов. Отлично. Стекло. Так, это можно. Есть тут снег? Тут снега, по-моему, нету. Так, это можно использовать, место освободить. Так, ну это вся какой-то левиафан, смазка. Вызвать лифт. Так, пока. Он, по-моему, здесь. Он здесь стоит. Медный провод. Ну, так бы всегда были у нас компоненты такие. Сразу. Крафченные. Так, ну походу все. Так, это можно просканировать, но смысла в этом немного. Так, сначала здесь, наверное, пройдемся. Понятно. Так. Соляная кислота. По-любому нам пригодится. Новый чертеж. А, вот так вот мы его взяли, и сразу у нас новый чертеж. Все, можно... Ну, просканировать мы, наверное, не могли. Молодой хлопковый анемон. Отложение соли. Так, надо как-то запомнить вырезка спиралевика. Так, не знаю, дернет он меня, не дернет. Но если что, пойдет катсцена. Сейчас-то пока вряд ли. Когти замершего существа. Когти, выработанные для сохранения сцепления со льдом. Ну, допустим, ладно. Так, краб. Краб, фрагмент. Забраться в него нельзя. Один из четырех. Костюм краб мод. Мод 3. Костюм реактивный автономный бронированный краб. Это линейка роботов, предназначена для защиты пилота в экстремальных условиях. Мод 3 – это последняя интеграция, которая до сих пор развертывается альтерой для собственных особо важных операций по установке фазовых врат. Костюм полностью изолирован от внешней среды. Мощные гидравлические конечности позволяют манипулировать объектами и преодолевать препятствия. Двигатели, установленные сзади, обеспечивают маневрирование в условиях низкой гравитации. Доступны разнообразные модификации для облегчения добычи ресурсов и исследования. Костюм краб – твой надежный панцирь. Так, ну не знаю, как он здесь будет, конечно. В первой части он был необходим. Здесь, по всей видимости, наверное, тоже. Так, ну теперь идем наверх. Так, здесь у нас ничего.
вниз нам не попасть. Вроде как там ничего нету. Поднимаемся наверх. Ну, прямо сейчас он вряд ли пошевелится. Но когда-нибудь возможно. Так. Глаз пока не двигается. Так, это надо все забирать. Так, если у нас что-нибудь там, место какое-нибудь. Места у нас нету. Так, ладно, берем, будем что-нибудь выкидывать тогда, наверное. Титан, наверное, будем выкидывать. Так, титан один есть. Так, медная. Так, ну по-любому мы сюда будем складывать расширенное вот это вот все. Такое более важное. Соляная кислота по-любому. Сканер, в принципе, не нужен. Можно его выкинуть. Даже если разбирать, сколько с него там, пару титанов дадут. А потом будет какой-то утилизатор, который можно любой предмет разбирать, морской глайдер и так далее. Но, в принципе, еще неизвестно, когда это будет. Так, стекло, все, оставляем так. Все, у нас только одно место осталось. Падать не будем. Крабов больше не видно сверху. Так, ну здесь, может быть, будут. Так, зуб замерзшего существа. Острые зубы для разгрызания мяса и костей. Череп замерзшего существа. Замерзший левиафан. Так, исследование череп замерзшего левиафана. Так, ну сразу два. Так, ну ладно. Мы обнаружили эту тварь, погребенную в леднике. Некоторых она дико напугала. Оказалось, что она бродила по земле 1000 лет назад, когда провалилась под лед. Она была заражена бактерией Хара, агрессивной болезнью, которая уничтожила архитекторов и почти всю жизнь на планете. Неизвестно, виноваты ли наросты, мутировавшие Хара, в окончательной гибели существа. С тех пор, как на 4546B был выпущен фермент, бактерия была практически уничтожена. Редкие образцы вроде этого – это наш единственный источник. Исследования бактерии были переданы в изолированную лабораторию Омега, тогда как дальнейшие исследования существа будут проводиться на участке раскопок. Так, череп замерзшего левиафана. Много места для мозга, но в основном кости жир. Так, такие прикольные клыки. Нарывы с инфекцией. Нарывы с инфекцией Хара. Условия окружающей среды и мелкие мутации предполагают, что скорость распространения этого варианта бактерии Хара почему-то ниже, чем того, который широко распространился ранее по 4546B. Способность бактерии выживать на трупе левиафана в течение долгого времени предполагает наличие у нее эффективных способностей сапрофита. Сканирование показывает, что наросты – всего лишь видимый компонент плотной сети бактерий, питающихся мертвыми клетками левиафана. Несмотря на риск, рекомендуется дальнейшее изучение. Например... Нет? Давай, взрывайся. Так, ты ж мне ничего не сделаешь. Мне кажется, у него глазик может шевельнуться. Видимо, потом. Так, ожидание. Этера. Так, ввести образец. Образец. Для работы требуется контейнер для инъекции. Угу. Надо что-то сюда ввести. Так, ладно.
Смотрим. У нас пока ничего нету. Так что по голове пойдем. Тоже не лопается. Так, нам пока непонятно, зачем мы сюда забрались. Видимо, мы здесь инъекцию сделаем. Потом, наверное, сверху надо что-то будет еще сделать. Топором ударить. Так, ладно, пока здесь, видимо, делать нам нечего. Возможно, потом, когда получим какую-то инъекцию, мы сюда вернемся. Ну, а пока уходим, наверное, пойдем сейчас. Все, наверное, здесь больше делать нечего. Наверное, надо за женщиной, то есть сплавать. В принципе, у нас первая была задача. Немножко пошли не туда. Любопытство нас вело в другую сторону вообще. Не совсем по сюжету. Так, у нас осталось ожерелье, да? Ожерелье, которое принадлежало Сэм. Это мы куда-нибудь разместим потом. Так, что-нибудь важное. Серебряное, наверное. Возвращаемся к нашей второй базе. В принципе, на этом острове я больше не знаю, что еще можно поделать. В принципе, мы много где побывали, много чего осмотрели. Здесь тоже осмотрели. Конечно, наверное, мы были не везде. Но тем не менее. Так, вот здесь мы, по-моему, не были. Я не помню такую пещеру. Можно этого запустить. Да, тогда мы здесь были. Но этого мы не запускали. Так, ну, в общем, здесь у нас это источник кварца, я так понимаю. Магнетиты и кварц. Звук мне не очень понравился. Так никого не видно. А, снимок сохранен в КПК. Все понятно. Ладно, потом другой сделаем снимок. Так, ну кварц можно забрать, в принципе. Так, нет, давай по-другому. По-другому. Так, в принципе, сейчас было хорошо, только... Надо, чтобы она опустилась. Серьезно? Так, мы не успеваем, он встает. Нет. Тоже не годится. Должна присесть. Вообще ракурс у нас не очень хороший. Нам надо как-то
у нас не получится. Ну, отсюда откуда-нибудь. Спина тоже не очень. Так, хорошо, если мы развернемся, так должно быть хорошо. Какую-нибудь фотографию одну надо сделать. У нас тень падает не очень красиво. Приблизить жалко, что нельзя. Так, ну допустим. Пусть будет. Здесь тень мешает. Здесь снежок лишний. Дальше. Тоже неплохо, но снежок вот этот лишний. Так, ладно. Прекращаем. Так, если мы тебя просто заберем. Нет, надо сначала хранилище забрать. Так, титан выкидываем. Это забираем. А, нам его не забрать. Так, тогда выкидываем медь одну. Так, это мы кварц уже выкидывали. Нам надо до базы. Особо ни на что не отвлекаться. Так, надеюсь, мы здесь и не стопы. Куда нам нельзя? Так, походу здесь мы не выберемся. Так, хорошо, будем искать другой путь. Надо просто дальше. Дальше некуда. Тут наверху, да? Так, хорошо. Отсюда нам не попасть, куда нам надо. Странно, почему. Первый раз мы как раз оттуда и прибыли. А, например, правда, мы, наверное, из-под воды. Да, мы, наверное, под водой проплыли и всплыли, а сейчас, ну, так не получается. Транспорт нам этот не убрать в инвентарь, поэтому один выход. Так, здесь, наверное, не получится. Так, там что-то есть. Да тоже, наверное, просто эти. Ладно, проверим. Но ничего подбирать не будем. Да, получается тоже просто кварц. В принципе, он нам здесь особо-то и не нужен. Ну, только для добычи кварц. Так, все, мы прибыли откуда-то отсюда. Наверх, наверное, тоже забираться нет смысла. Также у нас не получится.
Кстати, в принципе, если мы сейчас ускорение нажали, мы могли бы туда запрыгнуть. Только я не знаю, надо ли нам туда. Возможно, нет. Так, здесь какое-то у нас интересное место. Так, ну вроде лед, не вода. Вроде как вообще пустое место. Так, это мы... Это другое место. О, мы с этой стороны не были. Да, все закрыто. Так, опасная погода. Считается укрытие. В принципе, считается. Так, перекусить, конечно, можно. Так, звуки какие-то есть неприятные, правда, я не знаю, кто это. На сталкеров не похоже. Наверное, можно. Или нет, наверное, сверху спрыгнуть можно. Сюда вряд ли мы зацепимся. Так. Там ничего. Сюда. Надо, кстати, забрать тут маяк. Хорош. Так, сигнали ракета, таблетки. Вот, кстати, у меня таблетка одна есть. Надо все это превратить в воду. Так, аптечка. Аптечка нужна. Так, питательный батончик. Прыжковый модуль полярного лиса, конфигурация ускорителя позволяет совершать короткие прыжки по местности. Вот это мы где-то брали, а потом мы погибли. И больше не могли ее найти. Так, лазерный резак. Костюм краб появился. Так, 2 титана, комплект проводов. Так, отлично, это нужно сделать. Это мы сможем сделать. Энергичек. Так, КПК. Какой-нибудь нет. Так, выкидывать-то больше ничего. Медь придется выкидывать. Так, нам еще 4 понадобится. Серебряная руда. Так, ну все, я полагаю, что здесь больше ничего нету. Там у нас замерзшая, там мы были. Собственно, это мы вернемся. Возвращаться нам не нужно. Так, возможно, туда можно попасть. Если мы вот здесь вот прыгнем. Дождемся.
это просто тест. Получится, не получится. Мы, по-моему, оттуда сверху как раз-таки и спрыгнули. Так, ну где там гейзер? Раз shift нажмем, а он немножко правее. Так, ну попробуем. Да. Эпично, но нет. Так, хорошо. Тогда поднимаемся выше. Здесь, наверное, налево. Звуки неприятные. Так, этот ходит у нас здесь. Не знаю, как он будет на нас нападать, но по-любому будет. Место, в принципе, уже более-менее знакомо. Внизу только там незнакомо, что это у нас там. А, это просто лед. Кто там? Так, туда нам, наверное, пока не надо. Ладно, дальше. Я думаю, снизу какие-то ворота, двери. Так, это не наша база там. Вроде нет. Здесь что, забраться можно? Обезьянки тут. Не, наверное, потом мы сюда уже не заберемся. Так, там что-то есть. Там какой-то проход. Пещера какая-то. Мы спрыгнем, потом обратно уже наверх там не поднимемся. Да, посмотрим сначала, что наверху у нас. Причал станции. Так, и что у нас? Это интересное. Так, это плохо. Успеем. В спину может кусить. Ладно, попробуем, может получится. Не замерзнем. Собственно, опять кварц, 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 много кварца и магнетит. Так, сам уничтожаться мы не будем. Супер пингвин. Так, ну сейчас мы переживаем, погода намного лучше. Костюмом. И не так страшно. Так, там у нас база 1. Маяк. Мореход. Схорон. Причал. Так, ну да, нам получается сюда надо. Всю местность не изучить так хорошо. Боюсь куда-нибудь спрыгнуть не туда.
Да здесь, наверное, можно прыгать. Так, надо это вывести тоже зеленый цвет, потому что она сливается. Так, оранжевая. Это вот красная. Что-то как-то я ее не вижу. Так, вот, посадочная площадка центра. Так, ладно, у нас, в принципе, там база, поэтому пускай будет зеленая. Так, ну, в принципе, да, нам туда и надо. Так, если мы вернемся... Да ладно. Потом, если что, вернемся. Модуль прыжковый установим. Так, что там нам надо? Мы, по-моему, такой брали, а мы расширенный взяли. Так, а нам нужен обычный. Так, серебряная есть. Пару титана. Титан. Титан есть, мы выкинули. Титан. Один есть. И все. Плохо, конечно. Так, сюда будем скидывать такие уже крафтовые. Так, ну, растет хорошо. Отлично. Опа, не дают. 15-15. Вообще прекрасно. Так, нужно титан найти. Что-то мы его так лихо выкидывали. В итоге у нас не осталось ничего. Оставляем. Сходим за титаном. В принципе, где-то он здесь должен быть. В любом случае. Причем даже очень недалеко. Так как мы его здесь выбрасывали. Где-то здесь. Многое мы могли и забрать, так это нам было не достать. Подобрать правильный ракурс, дотянуться. В принципе, где-то рядом должно быть еще. Так, в принципе, ладно, у нас инвентарь пустой. Возвращаться. Так, вот пару титана. Так, а здесь мы были вообще? Наверх не забирались. Так, показывает здесь. Может быть, под нами. Так, а под нами где-то здесь. Максимум где-то там, но это снег. Снег не надо. Так, все не то, что нам нужно. Металлолома здесь у нас нету. Но весь титан мы в любом случае не забрали. Вот здесь был титан.
Так-то, в принципе, две нам хватит. Даже три уже у нас. Было бы, конечно, побольше. Прям с запасом. Так, опасная погода. Титан нашли. Так, ладно. В принципе, даже уже погода на нас особой роли не играет. То есть костюм наш вообще хорошо не защищается. 93, 92. Так, надо, кстати, посмотреть, если мы шлем другой возьмем. Понятно, что будет немножко похуже. В целом, даже так терпимо. А, ну, в принципе, можно просто его снять. Ладно, придется что-то выкидывать. Не будем. Потом проверим. И так. Забираем. Так, надеюсь, можно здесь сделать, да. Прыжковый модуль полярного лиса. Делаем. Там как раз у нас одна ячейка для улучшения. Так, остальное пока нам не надо. Придется сделать еще один шкаф, что ли? Титана, кстати, много у нас. Оказывается. Так, кварц у нас теперь есть, кварц. В принципе, можно сделать пару больших шкафов. В принципе, ничего страшного. И сюда перекидать все ресурсы. Здесь у нас получается на 30 ячеек, там, по-моему, на 48. Да, здесь у нас на 48. На 18 ячеек побольше, прям так чувствуется. Сюда. В принципе, так, снежок выкинуть. В принципе, все хорошо. Значит, надо отсюда все забрать. Сейчас заберем. Где наше улучшение? Надо его сначала снять. Может, отсюда кто-то можно. Видимо, надо сначала снять его. Так, вот они у нас улучшения. Так, одна ячейка, собственно, прыжок. Как это работает, наверное, на пробил. Прыжок, пробил. Так, по-моему, если я один раз нажимаю, то он особо не прыгает. А если же сжать, то лучше. То есть надо зажимать пробил. Так, хорошо, ладно, заряжайся. Дальше. Так, а все, здесь у нас ребризер только. Так, что ж, наверное, нам придется отсюда убираться. В принципе, многое мы сделали. Что мы еще можем сделать?
чертеж нам все равно ничего не хватит. Так, синтетические волокна. Это вот в любом случае то, что нужно забрать. Это в любом случае надо разобрать. Так, вот это в любом случае тоже надо одну забрать. Пускай, в принципе, растут. Ничего страшного, мы еще сюда наверняка вернемся. Ну, в любом случае вернемся. Так, синтетические волокна мы забираем, хотя я не знаю, что для них нужно. Их легче сделать. Нет, легче их не сделать. Вообще не легче. Так, хорошо. Что еще я хотел посмотреть? Так, а это вообще куда нам нужно было? Для мода. Да, эмалевое стекло и рубин. Так, у нас и рубина-то нету. Так, в любом случае, наверное, вот это все забираем. Так, ладно, это можно оставить. Так, а здесь, наверное, мы забираем магнетит. Сейчас уплывем на нашу базу. Этот, не знаю, мы с собой, наверное, можно, в принципе, собрать с собой. Их станцию можно, в принципе, разобрать, чтобы потом ее в другом месте собрать. Либо просто так находить ресурсы и собирать ее там где-нибудь. Кровать порвана. В принципе, титан, комплект проводов. Либо здесь комплект проводов сделать, да и все, и оставить здесь ее. Либо разобрать. Да, наверное, разберем. Так, это придется нам с собой брать. А сейчас у нас места нет. Так, это в любом случае мы сюда все убираем. Забрали. Это если мы заберем, у нас остается 3 ячейки. Это мы разбираем. Ну все, комплект проводов у нас есть. Там мы там посадим. Все нормально. Так, единственное, что нам пока что можно это выгрузить. Сейчас понадобится как-то до базы добраться. Я не особо помню маршрут. Похоже, что не здесь. Думаю, по-моему, сейчас к воде придем. А нет, все правильно. Хорошо. Так, здесь мы были. Наверх, я не помню, мы были. Тоже, наверное, были. Там, где мост, по-моему. Да, это у нас который мост. Сюда мы, конечно, не перепрыгнем. За этим мостом есть что-то важное. Это было важно для Альтера, но еще важнее для меня. Это поможет восстановить твое тело? Полагаю, да. Не надо, сюда мы не перепрыгнем. На той стороне мы были. А, ну мы не были, видимо, сверху. Мы снизу были. Наверное, нам туда не добраться, да. Так, мы попробуем. Не, перепрыгнуть здесь бессмысленно. Сейчас просто шмякнемся. Ну, в принципе, нам все равно вниз. Так-то. Ну да, такое себе. Ну, зато вниз. Хорошо приземлились. Так, артефакт 1200. Ладно, в
принципе, можно нырять, наверное, здесь. Так, а если мы сейчас на нем прыгнем туда, то есть, по идее, он не поплывет. Но сможем ли мы его забрать? Он же не взорвется. Да, он просто не плавает. Хотя бы забрать можно. Так, мореход у нас здесь. Не забыть про него. Так, а вот его хорошо было бы уже прокачать давно. На какие-нибудь хранилища. К сожалению, пока не можно. Я ощущаю место расположения важного артефакта. Я передам координаты, чтобы ты могла его поискать. Поняла. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Так, ну ладно, нам на базу надо. Хотя, если бы мы нашли пару рубинов, я без понятия, где их искать. Поэтому не будем искать. Так, нам по-любому надо вот эти артефакты архитекторов искать. Потому что нам, видимо, будут давать какие-то рецепты. Скорее всего, инопланетные. И мы многое сможем... По идее, какой-то телепорт должен быть. Так, это что у нас? Это что, они выращиваются? Так, а почему, кстати? Мы здесь же были. Или не были? По идее, были. Может быть, потом погибли и ни сюда не пришли. Здесь у нас эти грядки. Нужные нам. Наружная грядка. Продвинутые синтетические грунты позволяют этой грядке выращивать огромное разнообразие и количество инопланетной растительности. Может быть установлено в любом месте, на суше или под водой, где есть место. Отлично. Так, что для нее надо? Для этой грядки. Два титана. Тогда мы сможем ленточник. Там прям использовать... Это вряд ли. Взять предмет. Какой? Ладно, видимо, воду хочет взять. Так, ладно, можно плыть дальше. Так, ну грядку мы, наверное, сейчас все-таки, да, сделаем. Там у нас есть. Там надо водоросли посадить. Чтобы, если что, эти грозди собирать. Внутри, не знаю, поставить грядку, либо маленькое растение. Посмотрим. Посмотрим.